Добрый день, друзья. Город Бор, стадион «Спартак». Сейчас немножко Сергеем Валерьевичем освещу ситуацию. Вот. Как вообще стадион выглядит? Вот смотрите, в городе Городце, в Городецком районе, мировой результат. 3 олимпийских чемпиона, 7 чемпионов мира, 3 чемпионки Европы. На Бору такого результата нет. Но смотрите, как выглядит у них спортивная инфраструктура. И я через социальные сети обращаюсь к главе Жиякову Александру и показываю. Жияков Александр, когда ты с Будуна ты пропьешься, обязательно съезди, пожалуйста, на город Бор. Вот Сергей Валерьевич тебе покажет, как сегодня он из этого стадиона превратил изюминку. Сергей Валерьевич, огромное спасибо. Расскажите, здесь теннисные корты? Здесь у нас теннисные корты. Когда в теннисные корты, так скажем, не играем в теннис, да, практикуем по день физкультурника, баскетбольные кольца ставим выездные, играем в баскетбол. Здесь, когда взрослое население приходит играть в футбол, соответственно, их жены, дети ждут своих мужей вот на этих детских площадках и занимаются. Да? Uh-huh. Здесь у нас стена, так скажем, гордость борского спорта. Остальные детские команды, взрослые команды, ну и, соответственно, дальше ветераны. А там спортивные турники, да? Дальше у нас воркал-площадка, которую по программе губернатора нам дали, да, для Сергея Никитина. Ага. И, соответственно, тренажеры. Потом пойдемте, еще покажу. Сейчас, 2 секунды, воркаут. Воркаут-площадочка хорошая, прекрасная. Это у вас новое покрытие? Да, я просто расскажу. Ага. Соответственно, смотря на то, что да, сейчас такая ситуация, как бы стадион закрыт, тем не менее, ага, мы все это дело облагораживаем, стрижем, ухаживаем, чтобы когда все открылось, люди смогли прийти и насладиться спортом. Вы были хоть раз играться, Сергей Борисович? Слушай, футбол играл по на стадионе, на нашем центральном. Как? Что скажешь про наш стадион? Слушай, ну, наверное, обычный стадион. Каких-то, наверное, на сегодняшний момент. Ну, у нас нету ни турников, ни спортивных, ни воркаут площадок, ни теннисных кортов. Что я могу сказать? Надо ставить. От кого это все зависит? Скажи, пожалуйста. Надо ставить. В данном случае, то, что, ну, так скажем, это зависит от тех людей, которые работают на территории. Нет, вот воркаут-площадка, это от главы города зависит, или от кого? В том числе, конечно, и от главы города зависит. Вот смотри, допустим, вот, пожалуйста, глава города вместе с правительством Нижегородской области, так скажем, порешали, и у нас появился такой вот замечательный манеж. То есть глава города? Конечно. Глава города конечно, с областью, да? Конечно. То есть он ходил к губернатору, просили, да? И губернатор помог, да? Конечно. Друзья, вы видите, то есть что делает у нас глава города? Возьмите, что он сделал? Хоть один спортивную площадку построил или там воркаут площадку? Ничего нету. Вот чем отличается город Бор и чиновники в городе Бор от чиновников города Городца. Сейчас мы пройдем на стадион, посмотрим, что на стадионе у нас. Вы знаете, что у нас стадион весь прогнил абсолютно. Сейчас посмотрим. Красный лавр. Пока ремонт был, да, пока закрыто, мы заменили полностью трибуны. Ага. У нас два сектора новых трибун. Старые поставили немножко туда. Слушай, ну вообще стадион классный. Кроме того, мы меняли табло, сделали цифровое табло. Угу. То есть у нас всегда было вот цифрами, да, решили поменять табло, сделали табло электронное. Также вместе с правительством Нижегородской области у нас, так скажем, Александр Ильич Киселев добился того, что в этом году у нас будет заменены электрические дорожки, угу, и поменено футбольное поле. Здорово. Наши... Сергей Валерьевич, а в Городец не хочешь переехать с таким? Слушай, таких чиновников у нас не хватает, а? Ну, в гости обязательно приеду. В гости обязательно приеду, поэтому Городец на самом деле хороший. Гости. Сергей Валерьевич, а ты сколько работаешь на этом, на должности? Я работаю 5 лет. 5 лет? Да. Друзья, запомните, человек работает 5 лет. И теперь сравните главу администрации по спорту Заботина, который работает 16 лет. За 16 лет не построил ни одного турника, не сменил, не отремонтировал ни одной спортивной площадки, не отремонтировал даже ни одного, ни одной спортивной школы, не построил ни одного теннисного корта, ни одной баскетбольной площадки. Зато у нас уже власть 30 лет одни и те же люди. Вот чем отличается город Бор от города Городца? В пределах 30 километров в радиусе. И смотрите, что происходит. То есть дорожки сейчас меняют. То есть у них, я считаю, что на этих дорожках еще можно побегать, но они уже дорожки даже меняют. А? Не, ну прекрасно, да? Прекрасно. Слушай, у нас и таких-то нет. И поле меняйте, да? Поле, вот это вот поле мы меняем. Мы хотим это поле закинуть на манеж, чтобы, условно говоря, дети зимой могли там заниматься. Вот это круто. Потому вот что это... ну, жалко его выкидывать. Сергей Валерьевич, хороший подход. Жалко. Дай Бог вам здоровья. На самом деле. И хорошего развития в развитии физической культуры и спорта. Друзья, осветил, что такое город Бор. Я освещаю два ролика. Именно город Городец и город Бор. Вы в радиусе 30 километров посмотрите, как отличаются люди, чиновники в Нижегородской области. Всего доброго, до новых встреч. Добрый день, друзья. Я сегодня нахожусь у своего стадиона «Спартак» в городе Городце Нижегородской области.
И сейчас я, значит, сопоставлю два ролика, чтобы рассказать, как работает местная сегодня власть в Городецком районе. Глава города Жиряков, Смирнова Таня, которая сегодня возглавляет социальную политику. Они как кроты уже въелись, 30 лет сидят в районе, и как они вообще руководят. И хочу рассказать о том, что есть сегодня на нашем стадионе Городецком. Вы увидите сегодня проваленный весь стадион, разваленный весь стадион «Спартак». И я вот сегодня побывал в городе Бор, тоже на таком же, в 30 километрах у нас есть город Бор. И на этом стадионе я приехал, глава администрации Сергей Валерьевич, и меня провел и показал, как он построил целую спортивную отрасль в городе Бор. Большая благодарность, хочу сказать, Киселеву Александру Викторовичу, который здесь помог там ему построить и школу единоборств, и многое что сделал, особенно на стадионе. Я увидел теннисные корты, спортивные турники. Но вы сейчас в моем видеоролике увидите, что такое Бор и что такое сегодня город Городец. Итак, я пришел на стадион. Я здесь живу рядом недалеко, буквально там 300 метров. Что мы видим на трибунах? Трибуны, они все провальные. Сейчас даже сейчас немножко залезу, чтобы вам осветить эту ситуацию непростую. Сейчас залезем. Смотрите, как выглядит сегодня стадион «Спартак» с единороссом Александром Сергеевичем Жиряковым, со Смирновой Танюшей. Даже вот какие-то презервативы здесь валяются. Называется «Плейбой». Вот. И что мы сегодня здесь видим? Значит, видим то, что полная разруха. Все прогнило. Здесь сидеть на этих нельзя. Сейчас мы пойдем дальше, друзья. Я вам покажу, что нету никаких здесь площадок, никаких воркаут-площадок нет. Все прогнило. Так же, как и прогнила вся власть нашего Городецкого района. Это Жиряков Александр, который сегодня 30 лет сидит в администрации, не построил ни одного турника. Смирнова Татьяна, вот эта, которая возглавляет социальную политику нашего Городецкого района. Ну и все там остальные прихвостни, которых там крышуют, вы знаете кто. Вот. И рано или поздно это все у них закончится. Я думаю, что на этих выборах, которые сегодня, они там уже начали чертить схемы, кто по какому участку пойдет. Вот. Ну и немножко осветить, смотрите, значит, на тех площадках тоже смысла нет. Вам показывается, они все сгнили. Вот. Стадион «Спартак». Два «Спартака». Один находится в районе 30 километров в городе Бор. И другой «Спартак» находится в городе Городце, где я живу. Кстати, почетный житель района. Вот. И только через социальные сети я вам показываю, что можно. Через социальные сети показываю, как можно просто увидеть своими глазами, что происходит сегодня. Смотрите, власть в районе 30 лет одна и та же. Развитие ноль. Турников спортивных нигде нет. Площадок спортивных нигде нет. Теннисных кортов нигде нет. Баскетбольных площадок нет. Вы послушайте, вот как я с главой администрации по спорту Сергеем Валерьевичем. Я их две ссылки выступлю. Вот две прям ссылки, смотрите. Две ссылки, как я вот Сергей Валерьевичем, как он мне показывает, что они сделали на Бору. И что сегодня сделал у нас Заботин, который сегодня находится тоже 16 лет в спорте. Кроме своей зарплаты он больше ни хрена ничего не делал. И инвесторов сюда в город не притащил. То есть сидит, как крот въелся, или его поставил Минеев Саша. Сейчас его крышует Жиряков Саша, который расставляет посты все на все муниципальные посты своих людей. И вот этот 16 лет Заботин, Андрюша, афганец какой-то, я не знаю, там где воевал. Вот. Это как бы там только говорят, что он афганец. Я не знаю, афганец он не афганец. Вот. Вот смотрите, я прихожу на площадку. Что на этой площадке видно? Просто пустая площадка, смотрите. Просто пустая площадка. Идем дальше. Смотрите, вот, это наш стадион. Идем дальше. Значит, здесь у нас коробка хоккейная. Эх, запись кончилась, ладно. Выключаю, запись кончилась. Ну, не знаю, там увидите, не увидите. Запись, жалко, кончилась. Ну, вот. Ни колес, ничего. Вот, смотрите, друзья, сейчас я немножко. О,
Вот это разруха, полная разруха. О, все, больше здесь ничего в городце нету. Вот такая местная власть и такой стадион. Все показывает